Таймешку держит. О, красный, ага. Плавнички. Да. Вижу, вижу. Не знаю, камера видит, нет? Да вон он стоит. Таймешонок. На ультравайт практически. Килограмма два, небольшой, но все равно приятный. Я тоже поймал сейчас одного. Нет, меньше. Маленько. Нет, я поймал маленького снюха. А это неплохой. Таймешонок, ага. Таймешка! Конечно, отпустим. Что у нас? Не голодаем. Голодозачет есть. Опа, пошел. О, малыш. Ты там на хера закинут, ему мешать сейчас будешь. Конечно, приятно. Мы же на рыбалке. Четвертый таймешонок за утро, ребята, кстати. А я бы засолил бы его. Да нахрен. Нет. Отпустим нахрен. Боец. До последнего берет, борется. Таких, я думаю, поймаем еще. Да не будем таких душить. Да не будем, не будем, отпустим. Уже относиться к рыбе по-другому. Отпустим. Отпустим, ладно. Ну уже поели рыбу, клинка съели нормально. Красавец. Вот он. Давай. Ну, не гигант, но ништяк. Прикольно. Таймень да есть таймень. Зачет. Все, все, все. Я видео снимаю. Отпускаю его. Зачет. Все, взяли. Четвертый таймень за утро, кстати, народ. Сколько примерно? Килограмма три, на. Что, заглотил? На блюфоксик. На спине не наступи. Короче, этот бы, адаптер, как он называется. Корсары. Да надо корсары, блин, надо. Все, отпускай его. Уйдет он так порвал? Да уйдет, я думаю, ни хрена страшно там ему, он выживет. Плыви, родной. Ну, нормально. Он уже такой потребный, хорош. Ну, может, он еще не отдыбается тут? Тогда это уже видео в YouTube не попадет. Нужно вырваться из тебя, из руки. А, ну, отпускай уже. Что-то, ну, зайди в воду маленько, пошевели его, там, чтобы он против течения тобой ему поставь. Он надыбается и уйдет. Нет. Да уж нет, ага. Под жабры, я ему вообще не знаю. Жабры нет, а под языком у него там кровати, сосуды. Наверное, он погиб. Давайте его съедим. Он подумал, что его есть, да? Убежал, убежал. Ну все, все, братан, давай, пока. Съесть не получилось, чувака. Вот, взял леночка, пытаюсь вылаживать и снимать небольшенького леопардика. Ну сильный, сильный красавец. Да. Иди сюда. Таких мы на одном этом берем. О, на спинник не наступи. На операция. Оп, все, плыви. За пятку его хватит, сейчас он снимать и выводить этого змея. О, вон он.
Вот он. Все, побежден. Блесна самодельная, не слеплена из того, что было. Лови. Да это, по-моему, линок. Тяжело снимать и вываживать. Никто же не поможет, блин, поснимать линка. Есть! Вот таких вот леопардеров мы ловим. Вот он, красавец. На блесну из того, что было слепленную, кстати.